Удзельнікаў другога па ліку конкурса «Маладая гаспадыня аграпрамысловага комплексу 2016» сёлета прымаў Кіраўск. У фае Палаца культуры выстава страў, хатнія заданні на лепшае кулінарнае прыгатаванне. А на сцэне ў гэты час прадстаўлення удзельніц. Сярод журы пераможца леташняга конкурсу. Девушкам я пожелала также раскрыть свои таланты, не стесняться, чтобы они показали себя во всей красе. Ветеринарный врач, доярка, рыбовод, бухгалтер, продавец, выкладчик установы сельскогосподарчего на керунку 24 удельницы конкурсу. Лепшая працовная у галине. От их якости работы и увогуле всех работников сельской господарки залежить харшовая беспека Беларуси. Умеют працевать, учатся отпочивать. Какой тогда кастрюли? Я, знаете, с 47-го года работаю механизатором. Так же и надо чем-то занимать людей. Профсоюзы правильно, что они на конкурсах так играют. Интересно же выступали конкурсанты. Конкурс интеллектуалов, танцы, спевы с нелегкими заданиями многие девчата справились как соправдные профессионалы. До приклада переможца конкурсу Лизавета Шарстабаева для дефиле убрание шила разом с сябровкой, некоторые зачаровали журы акапельными спевами. Говорили про мяне молодицу. Приполняет радость, я не знаю, мне очень приятно, что судьи оценили действительно то, что я хотела передать именно от души. Очень приятно, что столько людей поддержало и пришло меня. И я не ожидала, просто не ожидала. Первый раз на сцене, куча эмоций. Закончила художественный колледж в Бобруйске. Работаю в профессиональном лицее. Кировском. Часто приходится бывать, судить разные мероприятия, но такого накала страстей я, честно слово, не припоминаю давно, потому что все считали, что моя самая лучшая, самая красивая, самая талантливая, но пришлось нам, конечно, внимательно к этому вопросу отнестись. Я думаю, что решение принято правильное. Областный профсоюз работников агропромыслового комплекса планует провести отповедный семейный конкурс, организовать клуб для веселых и знаходливых, миновито деле отпочинку вязковцев. Татьяна Сергеевич, Александр Тарасов, новины региона.